Вчера состоялся крутой выпуск. Угу. Ну-ка все вместе. Скандальный. Такой скандальный, что наши пиарщики выгребают наши соцсети лопатой. Как вы? Я нормально, я не читаю. Ой, как хорошо. Да, потому что я не вижу смысла. Во-первых, потому что если бы я не обладал определенным экспертным мнением, я бы не был лидером сотни Тараса с более чем 25-летним опытом. Это первое. Второе, я всегда за справедливость и за талантливых артистов. Победители выпуска, безусловно, были талантливы и заслуживают победы. И одна, и вторая были призерами суперсезона. И тогда заняли второе и третье место. Угу. Победил Павловский. И я считаю, что справедливость в выпуске Игоря Крутого восторжествовала, и они теперь все втроем лучшие из лучших. И, то есть это не то, чтобы как что-то случилось странно, что люди из аутсайдеров превратились в призеров и лидеров. Лучше. Они были всегда лучшими, они были всегда на пьедестале. Просто сейчас они заняли высшую позицию, планку, и никто, даже самый вредный член жюри, который, как я знаю, испытывает личную неприязнь к одной из конкурсанток, не помешали этому событию. Поэтому я вообще даже ни доли секунды не сомневаюсь в правильности решения. Да, возможно, это было эмоционально и по форме не совсем корректно, но по сути правильно, и я в данном случае не жалею об этом поступке. Справедливость восторжествовала, и реально гордость нашего проекта «Арпи Абкарян», которую мы очень часто ставим в пример, наконец-то заслуженно получила первую победу, которую она давно, в принципе, заслужила, но всегда ей чего-то не хватало. Я просто убрал это чего-то, потому что если бы супер гениально, как бы она гениально не спела, есть члены жюри, которые из-за личной неприязни не встают. И вот эту личную неприязнь я просто убрал, и все. Поэтому не сожалею ни капли. Опять же, могу сказать о том, что, может быть, по форме это было неправильно. Но за это я извинился. Знаете, что я хочу сказать? Именно за форму я извинился еще в конце, сразу после произошедшего, там же в выпуске. Я за форму извинился, но по сути нет. По сути, я считаю, что нужно оставаться максимально объективными и не впутывать личное именно какую-то там неприязнь к артисту, который действительно на протяжении долгого времени нас радует и является одним из ключевых наших призеров, тем, кого мы действительно ставим пример, когда приходят люди на кастинг. Да. То есть, все говорят про Арпи, и даже люди, которые костингуются, говорят, вот слушайте, Арпи. Зрители, присаживаемся. Это раз, а во-вторых, выступление Арпи на прошлом сборном концерте в Рокусе вспоминают все многомиллионные просмотры, и это, опять же, как эталон. И опять же, все-таки надо говорить о том, что это был спецвыпуск, и здесь артисты в рамках этого спецвыпуска, они боролись за приз Игоря Крутого. И я сделал так, чтобы не одна артистка получила приз и песню от Игоря Крутого, а две артистки. И это, опять же, во благо артистам. Не во благо экспертам, не во благо мне, а во благо артистам, нашим конкурсантам, чтобы они получили подарок от Игоря Крутого. Поэтому, друзья, все честно.